Так, ну что, пойдем. Доброе утро всем. Ну, Санек. Сейчас. Сейчас сам он лежит тут. Так, пусть кормят. Тараканы в бой. Ой, малой, малой, присосался вообще жестко. Самый последний отпустился. Так, надо помыть полы. Все, Кимка, иди. Кимы, иди. Иди, быстрее. Какой нежненький, какой у него крас бомбез. Ой, наелся. О, обезвоживание уходит. Здравствуйте все, как у вас делишки, мальчик ты наш? Ты наш мальчик такой. Привет. А что ты боишься? Почаще выходи на улицу. Ребята, щенки на продажу. Кто хочет себе питбульчики, ловите момент. Ой. Ты девочка, да? Хвостом виляешь. Ты девочка. Давай я так встану, чтобы солнце в глаза несу. Да. Ты мальчик, такой, ух, просто пушечный. Ой, кабанчики, мои кабанчики. Плохо, да, видно, ребят? Чего? Где? Ух. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах. Так, знаете, что мне надо? Мне надо, мальчику уже лучше становится. Где? Ты чё, араб два? А ну сюда иди. Ой, грызет. Ой, ты хвостиком виляешь, да? Ты виляешь хвостиком. Главное всем внимание уделить, никого не обидеть. А ты что, залез? Вот он с характером, как мы его кололи, как он не давался. Такой мелкий, а такой с характером. Ты, красавица такая. Ух, Муса, это я такой значок. Офигеть, не ожидал никак. Ну, иди отсюда. Замерз? Хочешь, будку иди. Вообще, на солнышко надо идти, малыш. Иди сюда. Вот, видишь, как тепло здесь.
Вот так тепло. Холясё. Вот чуть-чуть подкосил, да, дети, сразу. Раз, ослабил. Ну, сейчас наберет еще дня два. Его мои сладкие. И чё, девочка, косяешься? Да, ой, ты нас маленький. Ты нас маленький, осторожненький тоже, да? Ой, ну да. Да, молодец. Ой, играют, дерутся. Камера плохо снимает контраст. Ой. Мои любимки, мои. Тимосенок маленький. Вот эти вот девочка. Копиарси. Ну, посмотрите на эту бошку. Ребята, это что-то с чем-то. Вот этот кобель, это просто аппарат. Настоящий будет. Он прям башковитый прям. Так, молодцы. Женя, я чуть шок не словил, да? Успел ты. Он побежал в эту сторону, и Женя идет. Женя аж офигел. Так, ребят, стоп. Что это? Что это я наступил? Короче, столик к нам приехал. Наконец-то будем мясо разделывать, как хотим. Жень, вот так вот. Ты перестанешь бояться таких пород. Чинка, ты уйди. Тише. Сейчас наступят. Тина, ты все будешь мешать. Тина, давай иди без пути. Ну. Они так привыкают. Ну это им вообще не больно. А потом, когда вырастают. Блин, первый прикорм с этим. Уже размоченным кормом и с паштетом. Так, что тут сказать. Они потом привыкают там при разнимании, ну, чтобы живущая собака была. Ну, я так лечу. Ну, конечно, я не говорю там за шкирку их таскать. Нет, по мелочи, чтобы они знали. Можно я убегу, ну, пока есть возможность. Ура. Теперь я все размещу, все сделаю. Серов, все будет вообще не проблема, особенно с мясом здесь заниматься. Вот это, знаете, фокус я понял. Видите, тут опухшие. Вот она и не дает до конца зайти. Ну, буквально, потому что тут миллиметр между ними зазор только. Чисто из-за вот этого момента, а так. Ну прикольно, тут место ой-ой-ой. Там еще столько же, короче. Пойдем. Молодцы. Я счастлив, неужели это добил, это сделал. Блин, забыл вот эту часть. Поехал туда, чтобы эту часть сделать, и забыли. Сделали там другой передел. Красота просто. Вот это я понимаю. Сейчас вот тут еще пойду доделаю, чтобы вода туда не текла. Все. И вот эту часть. Это уже не ржавейка. Ой, это уже обычная ржавейка. Ржавеет. А что делать по-другому никак. Ну, нам из-за 7 сантиметров, конечно. Ладно. Как вам мой столик? Осталось только вот это
прикрутить, загерметизировать. И вот этот угол. Все. Щух, сюда вода. Тут надо сделать кран. Ведь я его резал, уже с психу порезал, хотел выкинуть его. Не могу, не порезал, ничего, короче. Балкар побольше. Короче, буду отдельно делать здесь место для крана. Потому что я там снизу закрутил, а сейчас хрен туда подлезешь. Такие дела. Такое ощущение, что я его избил. Вот одного такого жеста, то что руку поднял. Просто, вот смотрите, как Тинька спрыгнула, как он шарахнул. А сейчас буду улыбаться, он расслабится чуть-чуть. А вот сейчас руку под... Вот я чего вот... Ну, я уже забыл, когда его, я не знаю, трогал, воспитывал, да? Ну вот почему он такой... Это недоверие. Недоверие к хозяину. Посмотрите. Ну неужели вот эти мои руки? Смотрите, он что делает? Он улыбается. Он боится. Он возмущается все руками. Для него это... Ему нехорошо становится в этот момент. И он поэтому... Ну говорит, что я такой вот. Ну, собаки вышли он из себя. Короче, друзья, я надеюсь, что я араба отдам, что я на это решусь. Я уже, в принципе, решился. Надеюсь, этот день наступит, и мое сердце это выдержит. Мне это реально тяжело делать. Как хотите это называйте. Но я такое решение принимаю. Надеюсь, что оно дойдет до конца логического. Очень обидно, что такой красавец вырастил. Столько времени, всего уходит, да, на собак, чтобы такого красавца превратить. Но все равно, да, это очень обидно. Полюбуйтесь лучше вот столом, прикольно, да? Щенки проголодались. Че, арабчик, буду отдавать тебя, плакать буду по тебе. Сердце ты завоевал, сволочь ты такая. Ну... Зато наобнимаюсь тебе, налюблюсь тебе. Арат. Извини меня, или... Извини, или что ему сказать? Вот эту вот рожу. Ребят, решение принял, в принципе. Оксане отдаю. Единственное, этот момент... Кефир там, щеченка. Единственное, этот момент, что... Не знаю, вы знаете, не то, что я только, вот я на всякий со специалистами тоже общаюсь, и мне, ну, для меня, который авторитетный, и мне сказали, все, ты делаешь верно, все, поэтому мне проще, потому что мне на самом деле тяжело такое решение принять. Так, все, кормят меня. Извините, ребята. Дети мои, радость. Пойдем маму покушаем. Не захнуть. Муска, надеюсь. Нельзя, тихо. Нет. Надеюсь, скучать мне не дашь по арам. Ким, садись. Стой, потерпи. Успокойся. Да, тише, все, без ласки, все, я понял, все, без ласки. Тише.
Тише. Успокоились, говорю, все. Что такое? Тоже. Блин. Ты чё? Видите, какая реакция? Он уже поскалился. Все, ему не понравилось, что резкое движение. До конца не уважаю. Тише, кими, блин. Стой. Все, малого накормили. О, бегает, смотри. А мама ищет нам. Все поели. Даже. О, блин. Даже переели. Ребята, от чистого сердца этот поступок делаю. Почему? Потому что реально, ну, считаю, что так будет лучше и арабу, и мне, всем одним словом, кроме моих дорогих подписчиков, которые будут скучать. Но я также в такой же позиции, как и вы, буду только по видео. Периодически будем показывать. Надеюсь, говорю, что этот день все-таки настанет, и я все-таки его отдам, как и сказал. Так, давайте кинки дать. Вот мой петуха моя. Вот она моя радость. Чего? Скажи, да я меньше, ну ничего. Ну я халёся пить, скажи, я халёся пить. Я люблю, скажи, хозяина. Араб будет любить Оксану. Да, мне что-то легче на душе становится, как будто я действительно правильное решение принял. Почему-то я в это верю. Вот для прикола показываю вам реакцию. Подписчики просили в телеге. Смотрите. Сейчас. Ну как бы. Чуть-чуть шугается. Сейчас до того, как покормил, сделано так. Ну, не как араб, но чуть-чуть шуганулся. Вот смотрите дальше реакцию. Допустим. Киара, иди. Просто вот. Стой, подожди. Она даже не на меня, она типа играет. Нет. Успокойся. Смотрите, они просто как игру воспринимают. У них страха вообще нет. Ну, не знаю. Вот, смотрите, сейчас подходим к нему. Он и в азарте уже, они думают играть. Но сейчас не так, потому что надо в равных эмоциональных условиях проверять. Сейчас. Но все равно вот, близко нет страха. Вот, чуть-чуть у Мусы будет, чуть-чуть будет, но не шугаться он будет. Он так может чуть насторожиться. А Багира больше всех, а араб вообще он наследовал. То же самое, что с Багирой. Все. И ногами еще так же сделал, как с Багирой. Кушай. Посмотрите, как он съежился. Кушать хочет, а боится. Блин, какой красивый окрас у этого. Это что за бомбель? Вот смотрите, для прикола сейчас. Знаете, почему они еще так реагируют спокойно на мои выходы? Потому что они и не боятся, и... Ну не боятся они, потому что, вот смотрите. Нет. Все, никакой страха нет вообще. Так. А, вы гуляли. А, ну, нет, давай, Валер. Валер, это проверка. То бишь, вообще грамма страха нет. Вот заметили, Багира так повелась чуть со страхом. Ну, араб понял. Вот и весь прикол. Это от Багиры закрепилось. Вот почему она такая, вопрос тоже интересный. Вот сейчас она, смотрите,
Она сейчас не забоится. Не, не боится. Но она не так. Вот она просто недоверчива. Чуть-чуть побавится, потому что когда не доверяет собака, она чуть будет бояться. Так что чисто арабик у нас такой получился. Все вобрал. Мусу осторожность, багирную осторожность, вертлявость. И получился такой утвердившийся ген недоверия, страха. Так, почти загнал всех. Теперь бы закрыть эту дверь. Тетюськи мои! Тетюськи мои! Сейчас надо стартом. Идите, мои слёдки! Идите, мои слёдки! Тетюськи, тетюськи! Идите, вас пообнимаю. Всё, мои сладки. Фу, сделали. Пусть сидят там, на холоде, не высовываются. Все, все, малыш, все, все, вы поели, хватит мерзнуть, вы днем тут тусовались. Вода есть. Так, и на ночь еще покормлю корм. Консерву с кормом, а она утром пусть покормит уже. Потому что они еще не набухли, уже отходят. Так что, такие дела. Давайте вот сейчас проверим. Спокойная ситуация, то бишь, здесь. Ну, она пойдет, воспринимаю. Пойду волков кормить. Молодец, моя девочка. Молодец, молодец. И как минимум мне станет легче. Два кобеля, это намного проще. И весь акцент дам на мусик, выставки его постараюсь подготовить. Прям с ним плотненько. Потому что у него года, ну, 2-3 таких еще есть. Все, дальше уже его мучить тоже нежелательно будет сильно. Поэтому покажем. Ну, блин, честно, эти выставки, вот, ребят, вот ходить, верьте, ходить, нет. Мне особо это вот, ну, для чего вопрос такой. Кстати, идите, может. Первые на поле. Тише, 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 травка моя. Тише, 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 пожалуйста, поле. Имей в виду, у меня и так собаки популярные. Доказывать что-то. Я уже надоказывался, находился. Ну, нет у меня там, я самый лучший, смотрите на меня. Я и так это знаю. Все. Все, мои собаки одни из лучших. Все, это время, это деньги, это... Не знаю, я и так продаю щенков. Люди знают, какие у меня собаки. Я не говорю, что они супер-пупер, самые лучшие. Есть такие индивидуумы, что супер-пупер. Ну, по-любому бывает чуть хуже, даже среди своих чуть лучше. Я не говорю, что все, ну да, Муса, это крутой пит базару. Поэтому... Так, Машин, смотри. Вот так. Да. Нельзя. Нет. О, эти уже годовать на питов решили. Смотрите, уже возмужали потихонечку. Молодежь. Ух, распушились. Посмотрите. Ух. Какие становятся пушистые. Какие красивые. Лунка там. Вы что, тоже? Как о яврике боитесь. Ладно, держите, мне не жалко. Я их больше всех. Им больше всех даю. Ой, красотка. Вот. Тайр, иди кушай, Тайр. Тайра, иди кушай. Тайр, иди кушай. Тайра. Ладно, уйду. А то... Пока будут бояться. Съедят. Молитесь, так мужики. Видимо, волки от питбуль, от волков опыляться начинают. Все, всех накормили.
Я думаю, может сейчас убрать, но я все боюсь наступать на землю, чтобы побегать. Мать, смотри, как она, блин, наступил, траву согнул. Жесть. А ну? Смотри, собаки не то гнут траву, но гнут, но не то. Блин. Не, давайте завтра спокойно уберу, пусть подсохнет еще раз. Да и все доски, мозги хочу убрать. Так, молодцы, молодцы. Слушайте, у Киары попа железная, она бежала, они вдвоем удар. Короче, она вот так друг на друга бегут, и в бок все, и она в бок, и жопа ее спайка, да-да. Пусть бегает, только там арматура. Ёпта, нехай моя трава. Смотрите, как они радуются. Сколько они уже тут не бегали за этой травой. На ней трясут тут, я не знаю. Классно, я счастлив. Я мечтал, чтобы мои собаки так бегали по травке. У нас полянка волосы. Да ты что, это же кайф. Вы понимаете, какой это кайф? Все, да, галопом бегают страшно. Загоняют. Третья пара пошла. Да, третья, араба. Тинка уже завтра пустим, они гуляли больше всех. Я любуюсь столом. Эти прибежали сразу, без меня не бегается, да? Это меня радует. Лазит по нам, по Снежане. Ты негодяй. Ты негодяй. Ну, он добрый, он благородный характер. Да, газует уже. Раньше был тихий, вообще его не видно, не слышно было. Сейчас, чтобы вы понимали, газует, спать не дает. Носится. Ураганчик ты мой. Ты мой ураганчик, ты мой. Так, мы к стриму готовимся. Он кусает так нежно-нежно. Ну что за такой благородный парень? Тихо-лёсий характер. Ребят, у нас карманный... Ой, подожди. У нас карманный котик появился. Деловой. Сумчатый кот. Понравилось. Это я придумал. А ну туда иди обратно, иди. Не, туда, в комнату иди, да. Пока змот. Иди сюда. Ну что, нормально, в принципе. Купленка. Блин, какой он четкий, посмотрите, просто. Охренеть. Блин, мой лисотки, люблю вас. Да-да-да. Сейчас покормлю. Кубзики гоняю. Уплетаем, уплетаем.